все это те, кто помогли сделать большой праздник. Ребята, посмотрите, ледовые гладиаторы все ближе и ближе к самой прямой. Один только человек идет в самой пушистой шапке. Все ваши, все пожелают воздушный поцелуй. Кто же это, думают многие? Итак, внимание! Стартовый номер один, город Уфа! Никита Богданов! Начинаем, девчонки, вручать подарки вот от Эльдара Хакмурзина в очках. Эльдару просто только рукопожатие. На втором стартовом номере Константин Каленкин, город Каменск-Уральский! Стартовый номер три, Елисей Выдрин, Уфа! Стартовый номер 4, город Каменск-Уральский, Герман Ханмурзин. Стартовый номер 5, Никита Толокнов, Тольятти. Стартовый номер 6, представитель города Шадринск, Матвей Волков. Под седьмым номером представлен спортсмен из города Уфа, Евгений Шаров. Стартовый номер 8, улыбается и приветствует вас, город Шадринск, Дмитрий Солянников. Стартовый номер 9, внимание, город Вятские Поляны, Никита Тарасов. Стартовый номер 10, город Каменск-Уральский, Иван Хужин. Под номером 11, гонщик из города Тольятти, Савелий Ведянов. Номер 12, ах вот кто это, город Ярославль, Эдуард Крысов. Номер 13, Каменск-Уральский, Игорь Сайдулин. Номер 14, город Уфа, Иван Чичков. Стартовый номер 15, вот это да, город Тольятти, Даниил Иванов. Стартовый номер 16, Тольятти, Евгений Сайдулин. Номер 17, город Шадринск, Артем Бурмистров. И под номером 18 представлен гонщик из города Тольятти Владимир Фадеев. Дорогие друзья, под ваши бурные аплодисменты давайте пожелаем парням удачных стартов, ни пуха, ни пера. Друзья. Находится желтый наследник Герман Хамурзин. На очереди у нас это завершение второго тура. Банда на поле уже не борьба на этом заказчике за первую позицию. Это только лишь второй заезд и первый соревнование. Ну что, удержался. И дальше на первой позиции спортсмены города Тольятти. У нас Евгений Шаров, город Уфа, синий нашлепник. Шаров выпускается на первой позиции. Шаров, Евгений Шаров приближается к Дмитрию Солянникову. Солянникова, выход из крыши на поворот, встречает. Вот это скорость!
второй. Друзья, смотрим на стартовую прямую. Валерий Демин! Вторая позиция. Белый наш летник Никита Тарасов. Внимание, дорогие друзья! Какие из интереснейших заездов, но других подарок не бывает. Поляны готовы! На тут же на вторую позицию вырывается вперед имени Сайдулина Иван Сичко. За него Толи его проезжает старший Красный Thank you.
захватить. Ой, нельзя, он судья. О, а это что такое? Нет, полями. Аплодисменты участникам восьмой. Три спортсмена уже заряжены на мощный заезд. Не слышно только наши зрители. Пули, пули, пули. Сейчас мы с вами, друзья, дожидаемся решения главного судьи. Смотрим, как всегда, на светофоры, которые у нас расположены на стартовой трибуне. У нас находится там 4 сигнала светофора. Итак, внимание, дорогие друзья, мы готовимся к перезаезду. Два спортсмена уже находятся у ленточки. Красный наш ленточник Матвей Волков. Чемпион
России среди юниоров. Стартовый номер один. 3 балла. Матвей Волков, город Шахты, 2 балла. Белый, красный. Аплодисменты участникам 9-го заезда. Готовятся к старту 10-го заезда. Поляны готовы! Первая позиция Данил Иванов. Посмотрите, какая скорость, какой ход. За что мы вас всегда любим и ценим, вы поддерживаете всех вне зависимости от города. Хороший ровный старт, но уже правый. Борется против Ивана Кужина. На третьей скорости желтый наследник Кирилл. Помнится с вами этот заезд. Город Вятские Поляны, не слышу вас! Ох, как серьезно! Четвертой дороги у нас стартовался Никита Богданов, желтый нашел. Допускается у нас спортсмен под номером 14 Иван Сучков. Белый мастер. Заезд продолжается. На первой позиции Финишный поворот, встречаем!
что генеральный спонсор нашего соревнования является ООО «Молот Оружие». Как нам и сказали, вот если бы «Молот Оружие» в этом году не выступили бы спонсором, все, не увидели бы поляны гонок. Если бы «Молот Оружие» не пришли, не сказали таким гонок, не пришли бы, болельщики не получили удовольствия. Поэтому, дорогие друзья, «Яхоти» находится у линии старта. Оглядывается судья на старте на главного судью. Запускает на выходе из поворота на максимальной скорости. Опаснейшее падение. Сломан козырек у спортсмена. Спрашивают судьи, нужна ли помощь медицинских работников гонщику. Пока непонятно. Друзья, пытается подняться спортсмен. Сел на лед Дмитрий Солянников. Судьи находятся рядышком. Бегут однокомандники к Дмитрию. Вот это падение. Вот это скорость. Вот это характер. Это то, за что мы с вами любим. Мотогонки на льду! Мы любим наших женщин! Выстрела в спину не ожидает никто. На бодрее! Пока мы не получаем информацию, нужна ли помощь работнику скорой помощи. Пытаемся подняться, перетекаем со станции льда. Дорогие друзья! Вот прям так подойти, сказать, слышь ты. Ну, друзья, сейчас уже все. Слава Богу. Внимание. Валентин, Долин, Илья.
Сейчас у нас будет большой забег среди взрослых зрителей. Взрослые дяденьки, спортсмены по максимуму заряжены на этот забег. Не сворачиваемся на мгновение. Иван Жучков идет за лидером. Иван Жучков.
Друзья, через 5 минут я жду вас всех на входе. Третье место на финале номер 3. Пятый этап. Личный кубок России по мотогонкам на льду завоевал Никита Толокно! Город Тольятти, Мегалада. Я не слышу поддержки наших зрителей. Он рвался вперед вчера. Он побеждал сегодня. Он сегодня доказал, что характер – это самое главное, что характер – это самое нужное. Друзья, в связи с пандемией, вы помните, что у нас спортсмены вынуждены награды брать сами, поэтому подходим, награду берем, потом на пьедестал. Вот такие вот новые правила. На второй ступени пьедестала у нас с вами оказался представитель города Тольятти Даниил Иванов! Тольятти, Мегалада! Даниилу Иванову медаль, говорит, я все равно считаю, что спортсмен должен получать все лично. Анна Александровна вручает медаль чемпионам. Браво! На первой ступени пьедестала на пятом этапе оказался представитель города Уфа, клуб Гайдарахмана Кадырова, Никита Богданов! Никита Богданов вчера всем доказывал, что он приехал сюда только с одним настроем – брать и побеждать. Вот они, победители, призеры пятого этапа, дорогие друзья, финал номер 3, Кубка России по мотогонкам на льду. Браво! Маску сними! Уважаемые болельщики, переходим.